Всем доброе утро. Приготовила завтрак. У Даяны овсяная каша с черносливом и с маршмеллоу. Если она захочет, покидает туда в кашу для сладости. А у меня как вчера все. А, и плюс еще будет тоже чернослив. Одна-две штучки так. Вместо шоколадки. Хнык-хнык. Так, сейчас буду звать Даяну. Даяна! Пойдем. Нет. Удобненько ей в этом стульчике. Пойдем кушать. Там каша с маршмеллоу. Каша. Да, пошли. Скорей. Да, ставь телефон. А я пока открою здесь окошко. Пускай проветривается. Убежала. Ой, ой, ноги сломать можно. Ну, смотри. Вкусно? Еще вас мелу надо. Ну, кушай, кушай. Все, будем завтракать. Всем приятного аппетита. Надо еще вас мелу. Поставила себе комедию. Хочу немножко полежать. Часик. Посмотреть чего-нибудь. И мы тут с Даяной будем грызть семечки. Даяна тоже там вовсю лопает. Уже давным-давно чистит сама все. Даяна, твой ребенок с тобой? Нет. Угу. Чтобы ему не было. Да не страшно, и не страшно. Красивая теперь, да. Украсила кроватку, да? Теперь не открывается. Она такая и была купленная. Ясно. Ладно, все, буду отдыхать. Потом поедем вместе с вами в торговый центр. Пошопиться хотим сегодня. Ты поедешь шопиться с мамой? Я мама, я мама, я мама. Надо девчонкам купить рукавички, потому что еще теплую кофту я еще раз хочу себе посмотреть. И Милане надо купить новые штаны. Так что съездим по-быстренькому, прогуляемся, развеемся. Вот так вот я смотрю фильмы. Поэтому я не особо их часто смотрю. Не работает? Подожди. Ну, что-то заедает. Надо, наверное... Подожди, подожди. Новый купить. Я не знаю, в чем проблема. Но не всегда передвигается. Пальцем легче. Смотри, на. На, вот. Вот теперь передвигается. Все. На, фотографируй. А, я опять застрял, получается. Ой, на одном и том же застревает. Болят. Уши болят. На. Даяна, кстати, периодически говорит, селфи. Что через время, как она надевает эти селфи. Наушники, у нее начинают ушки болеть. Ну. Чё? Ура! Фото получилось. Смотри. Нет, не трогай. Это Миланин зайчик. Посмотрите, какая красота получилась. Вообще классно. Зайчик это очень. Класс. Единственное, голова такая маленькая. Мама, но это типа так должно быть. Я теперь хочу этого и зайчика. И смотрите, какую сумочку она еще сделала. Классно. Но... Я передумала, что я хочу его. Нет, зайчика. У тебя собачка будет. Когда-нибудь. Когда ее сделают. Вот и такое у нас бывает тоже. Ничего страшного, не расстраивайся. А Милана сейчас будет вот эти вот делать. А, собачку? Сделаешь? Даяна, подожди. Дай-ка. Выбери, какой ты хочешь, я тебе сделаю тогда. Милана выбрала этого. И зайчика, да? Я хочу зайчика. Сейчас опять будут слезы. Так, выбирай еще. Может, котика? Мышку? Зайчика и мышку? Да, зайчика и мышку. А еще, может быть, котика? Ладно, сейчас будем разбираться. Потом покажу вам, что у нас получилось. Закончила Милана делать этих зверюшек. Это все клеем. Заклеено просто. Причем прикольно, прикольно. Потом вот надо будет зайчику поменять глазки. Видите, потому что с этими не очень. А вот с такими, я думаю, будет очень-очень даже...
симпатично. Так, все, мы собрались. Сейчас будем выезжать. Так что идем одеваться. Пошли собираться, одеваться. Положи. Вот так вот поставь. Смотрите, какие. Обалдеть. Тут есть еще такие собачки. Зайчики. Как настоящие прям. Вот эти классные вообще. Дэна. Хочу их взять. Это для взрослых, большие размеры. Но маленьких я таких не видела. Заходила в магазин за продуктами, зашла удачно. Сегодня 40% скидка была, поэтому я набрала много-много-много чипсиков. Пускай лежат. Так, давай это сюда сложи все. На, складывай. Прыгает попрыгунчик. Так, что мы еще купили? Мороженое. Так, сметана. Яйца. Мои чипсы еще. Яблоки. Забыла. Так, огурцы. Покажи, что нашла, потому что все остальное вот было какое-то гнилое. А, кукуруза сладкая. Да, точно. Творожок. Сметана. Еще ты будешь мне помогать? Еще. Ну, давай помогай. Вытаскивай. Яблоко. Да, яблоко убежало. Давай. Не яблоко. Надо помыть. Вытаскивай остальное все. Потом ты не будешь мне помогать? Кетчуп, да, мне дико захотелось кетчупа. Я особо такого не ем. Я не ем майонез и кетчуп, но вот прям сегодня захотелось. Так, и это кофе. Вот они. Что это? Чипсы. Давай дальше. Давай дальше. Распаковка от Даяны. Вот это. Что это? Колбаса. Колбаса. Давай дальше. Сосиска. Это сыр плавленый. Давай дальше. Сосиска. Лук. Лук, да. Тоже еле нашла. Весь гнилой был хлеб. Это уже... И все? Хлеб. Да, все. Весь чек у нас вышел на... Так, 26.41. Кстати, Даяна, подожди, стой. Вы спрашивали, что у Даяны с губой. В принципе, все хорошо. Есть, видите, небольшая припухлость вот в этом. Но говорят, вроде как и должна пройти. Так. Схожу к семейной, узнаю у нее. Потому что меня, вот честно, немножко беспокоит. Она периодически красная становится. Мелане понравилось, и она взяла вот этот. Мелане понравилось? И она взяла. Супер. Так, ну что, идем, покажу вам, что я сегодня себе купила. Так, первым делом девчонкам купила такие вот глазки, но... Бабочка высохла? Бабочка? Да, уже, наверное, высохла, когда я не на штучке висит. Досыхает. Выключи пока что компьютер. Так, короче, глазки. Себе я купила, не знаю, надо было, наверное, давай примерять и показывать, как сидит. Вот такую рубашку-блузку, супер такая тонкая, видите, на лето. Она мне понравилась, и тем более у нее была очень хорошая цена. 4,99, блин. Так все липнет к ней, кошмар. Надо этот ролик купить. Ну, короче, она очень клевая. Если я не забуду, ну, мне кажется, я забуду, как всегда. Вставлю вам фотографии, как на мне сидит. Очень классно. Блин, волосы. И главное, это не мои, это чужие чьи-то. Так, и купила себе теплый свитер. Вот такой. Короче, теперь мне будет тепло. Больше не нашла. Он такой тоже. Как свободный. Напишите, как мне достать?
достать эту бабочку? Напишите, как мне достать эту бабочку. Интересно, да, как? Может быть, у мамы попросить надо? Мам, хочу эту бабочку достать. Достань, пожалуйста. Мне кажется, она до сих пор еще не высохла. Так как... Ну да. Странно. Такая еще липкая очень. Ладно. Пускай висит, хорошо? Так что все. Это вроде все мои покупочки. Да, все. Больше я ничего себе не купила. Девчонки уже давным-давно спят. Я тут сидела, монтировала вложик, смотрела фильм одним глазом. И сейчас уже буду собираться спать. Так что буду с вами сегодня прощаться. Всем до завтра и всем пока-пока.